С этого года сервис электронного меню начнет внедрять во всех школах Тюменской области. Родители учеников в селах и деревнях тоже смогут выбрать и оплатить питание. Как сообщил директор регионального департамента образования Алексей Райдер, в областном центре эта система успешно работает уже третий год. В 2019-м подключили еще 5 муниципалитетов, а уже скоро сервис станет доступен во всем регионе. В каждом из сельских муниципалитетов выбрано по одной-две школы. Как правило, это крупные поселковые школы, где, ну, как и годом ранее, например, здесь, в Тюменском районе, мы сначала отлаживаем процесс, чтобы вся система срабатывала без сбоев, чтобы родителям этот продукт, ну, становился понятным, а потом уже выводим в штатный режим, охватывая все школы того или иного муниципалитета. То есть через год сервис электронного питания у нас заработает в полную силу на всей территории области.